Вы слышали, Ваше Величество? Говорят, какой-то фанатик Фельтон убил лорда Бекингема. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, маркиза, по Франции новости первым узнаю я. О, простите. А во-вторых, ужас в том, что вчера ночью я не дождался вас в своей палатке. Надеюсь, что сегодня, после неудачного штурма Ла Рошеля, я смогу. Меня ждет долгожданная победа. Вы так прекрасны, что я право не уверена в стойкости моих бастионов. Договорились. Ла Рошеля!